Привет, дружище, мы собрались поиграть в пандемию. Это классическая кооперативная игра, самая первая у дизайнера этого, который делал Запретный остров. В ней мы будем бороться с четырьмя видами болезней и будем искать для них лекарства. Вначале мы выбираем роли. Нам сегодня достались роли вот такие. Это специалист по карантину. Он у нас будет препятствовать появлению кубиков болезней в городе, где находится, и в соседних. И врач. Он будет круто лечить. Убирать все кубики одного цвета, когда лечить болезнь будет. То есть не по одному кубику, как все, а по нескольку. Врач у нас Максим. Это какая? Красненькая? Да. Ну, это такая. И вот так. Так, да. Вот такая. Да. Это такая... Ну, короче, это оранжевый. Оранжевый, да. А мой зеленый, специалист по карантину. Все мы начинаем в городе Атланта. Давай. Где нам нужно расставить где-то болезни. Давай с тобой. Я куда-нибудь... А, вот здесь. Не, я вот здесь. Не-не-не, в Атланту надо. Все в Атланте начинаем. Значит, сложность игры регулируется несколькими вещами. Во-первых, первоначальным уровнем распространения болезней. То есть их может быть по две карты вот, города болезни, по три, вот четыре. Четыре – это самый сложный. Ну, обычно начинают с малого, вот, но если хотите, можно начать прям сразу с большого. А второй уровень сложности регулируется вот этими картами эпидемий. То есть сколько их замешаешь, настолько сложно и будет играть. Мы играем на легком, поэтому, наверное, да, на среднем. Давай две вытащим, а четыре оставим. Вот, посмотрим. Нас всего двое играет, поэтому здесь, конечно, нам сложно будет. В том плане, что ну, меньше игроков, меньше возможностей там, находиться одновременно в разных местах. Ну, соответственно, мы их замешиваем в общую колоду. Четыре. Карты эпидемии. Эпидемия – это когда прибавляется в общем, распространяется прям лавинообразно. Сейчас все увидите, когда мы будем играть. Так, все, да, значит, кладем карту эпидемии. Сброс игроков. Карты игроков. Вот, поэтому сложность довольно гибко регулируется. Значит, проигрываем мы, когда что? Когда у нас максимальное количество фишечек на столе одной болезни. То есть, когда вот все карты фишки болезни, вот, например, черный регион захватывают. Когда мы вытаскиваем, вот сколько здесь, 8 раз вспышки происходят у нас. Так, значит, изначально болезни распространяются вот таким способом. Мы вытаскиваем город Сан-Франциско и выставляем туда три соответствующие вот, синие три фишечки. Макс, доставай следующую карту. Какая там желтенькая, да? Это Богота. Берем желтенькую и тоже три. Богота у нас вот здесь, смотри, близко. Соответственно, есть Буэнос-Айрес. Там тоже три. Теперь по две, да, Макс, начинаются. Вытаскиваем еще одну карту. Там будет две уже. Чикаго. Три? Угу. Три? Нет, две. Да, теперь по две. Чикаго. Хорошо, что все близко. Мы сможем дойти быстро, да? Еще доставай. Еще будет две. Париж. Тоже синяя. О, я знаю Париж. Париж. Ты знаешь Париж? Франция? Да. Давай дальше. И Шанхай. Это красненький нам нужен, да? Давай. Шанхай. Шесть. Тоже две. А теперь по одной нужно доставать. Давай еще одну. Так, Майами. Желтенькая. Одна, да? Перебор? Нет, это по одной теперь. Три по одной. А, Карачи. Черная. О, ну это как... чума. Ну, короче, это вообще. Надо. Карачи это где это вообще? Карачик. Вот она. Карачи. Угу. А, это вторая и третья единичка Каир, то есть черная. Ну, на
это уже можно бросить. Вот таким образом мы расставляем изначально. Вот эти черные можно оставить. Ну да, пока что они нам не очень угрожают. Нас интересует вот эти почистить, да? Смотри, они все рядом, так что мы их быстренько все очистим. Особенно, если будет работать врач. Врач это Максим. А что красная фишка. Он лечит все. То есть, если даже одну лечишь, то ты убираешь их все за один ход. То есть, вот ты это быстро все. Ты это быстро все очистишь, да. По одной можешь. Здесь прочить, здесь прочить. Так, и вот, в общем, так. Ход игры состоит. Значит, нужно совершить 4 действия. Взять 2 колоды из карты игроков. И обнаружить болезни в городах. Вот, потом следующие ходят. Действия могут быть следующими. Мы можем двигаться на машине или на пароме в соседний город. Можем сбросить карту города из руки и переместиться в этот город. Если мы находимся в городе и есть карта этого города, то мы в любой город перемещаемся. И между станциями служебный рейс. Если здесь будет исследовательская станция, то будет служебный рейс. Дальше действие может быть построить исследовательскую станцию. Если есть город, вот, например, Эль-Рияд, и ты здесь находишься, то сбрасываешь эту карту и станешь исследовательскую станцию. Можешь полечить болезнь, один кубик. И обмен знаниями, это значит, нужно в одном городе находиться и отдать карту города, в котором находимся. А, ну и изобретение лекарства, да, есть еще такой. Это когда мы доходим с необходимым количеством карт. Для меня это 5 карт, для Макса это... Да, у Макса это 4, да, он же... Нет, для нас это 5 карт. Да, 5 карт. Значит, по 5 карт этого цвета нужно дойти до исследовательской станции, сбросить их. И тогда мы изобретаем лекарство этого самого цвета. Сейчас будем играть, все поймете очень легко. Давайте пойдем. Первый ход сделаем. Макс, ты будешь ходить? Да. Макс красненький у нас. Макс у нас врач, он может полечить сколько хочешь одним прям, сколько хочешь кубиков одним действием. Давай я пойду. Что, может тебе вот этих полечить? Желтым да. Пойдешь? Смотри, ты сходишь раз, два, полечишь. Все. Это 3 будет. И потом сюда идешь, и следующим ходом тогда распространим вот да. Это. Давай так. Согласен? Мы кооперативно договариваемся, как нам сделать. Окей, Макс ходит. Да. А, подожди. Да. 1, 2, 3 и 4. Это был ход Макса. Так, теперь Макс берет. У нас изначально было по 4 карты. Вот они, например, мои карты. Мы играем в открытую, потому что мы друг за друга играем. У меня 2 красные, у Максима получается 2 желтые и синие и черные, да, получается. Ну, то есть я, наверное, буду собирать красные. Вот, ну желтые, смотри, я могу тебе передать, Макс, смотри, Буэнос-Айрес. Кстати, если я дойду до сюда, до Буэнос-Айреса тоже, то я тебе могу передать желтую. Mm-hmm. Потому что мы вдвоем будем в Буэнос-Айресе. Давай так и сделаем. Давай. Вот, но изначально нам нужно будет, нам изначально, ну, сейчас мы с тобой сходили, и тебе надо будет взять 2 карты. 1, это Карачи и Багдад. Так, у Макса теперь 6 карт. Знаю. О, у тебя теперь черные есть, да? И в черные бы тоже тебе передать. Но надо выбирать. Кстати, у тебя 3 черные, да, Макс? А нужно всего 5. Как бы мне тебе черные передать? Смотри, нам куда далеко придется сходить, чтобы там передать. Например, смотри, вот моя Дели. Это нам с тобой нужно быть в Индии. Где она? Вот здесь вот где-то Индия должна быть. А, вот Дели. Это далековато нам идти. А желтые собирать тоже, да, вот получается. Мы будем рядом. У тебя тоже будет 3. Что же нам делать-то, Макс? Ну, я могу сбросить и полететь к тебе, если зачем-то. Ну... Нет! Но мне это не нужно. Ну ладно, и теперь, когда мы потянули карточки, Макса пока 6, максимум 7 на руках может быть, мы тянем 2 карты согласно фишке, Макс, да? Смотри, вот здесь фишка 2. 2 карты, по одной.
Значит, это будет Эссен. У нас распространяется там болезнь. Черная. Да? Нет, синяя. Синяя болезнь. Эссен — это, кажется, Германия. Ну, может быть, нет. Я, честно говоря, не знаю этот город. И следующее у нас Монреаль, Канада. Это точно синяя. Смотри, Макс, у нас что происходит с тобой здесь. Синий верх. У меня Петербург. Петербург есть. Ты можешь, если что, туда слетать, да? Ну, пока в Петербург-то не надо. Ну, ладно. Ну, хорошо. Что ж, мы неплохо с тобой отыграли первый ход. А где у тебя третья карточка? А вот у меня пока четыре. А, четыре. Да. Смотри, я могу дойти сюда к тебе. Раз, два, три. И четвертый передать тебе желтую карту. У тебя будет три желтых. Да. Давай. Давай. А с другой стороны, могу пойти вот сюда полечить. Раз, два. Кстати, я забыл. Подожди, давай посмотрим наши роли еще раз. Как называется наша роль? Твоя. Моя специалист по карантину, да, я. А, смотри, в результате болезни и вспышек. В городе, где находится, а также во всех городах, соединенных с ним. Смотри, получается, если бы... Макс, смотри. Если бы вот этот город был бы Монреаль соединен вот здесь дорожкой, то кубик бы не появился, потому что я специалист по карантину. Но он появился. Хорошо, Макс, что нам делать с тобой? Давай с тобой тогда обменяемся. Пусть у тебя будет три черных, три желтых, а там посмотрим. Да, какие пойдут? Синие у тебя нет. А, синие нету, да. Но есть черные тоже. Вот черные бы тебе передать. У тебя было бы уже четыре аж черных. Но черные, как мы туда полетим? Непонятно, да? Например, в Дели как нам встретиться? Что передать? Непонятно. Багдад? Наверное, я думаю. Может, Багдад? Вот нету Багдада у меня. А, тебе тоже можно полететь туда, да? Ну, ладно, давай желтую передадим тебе. Раз, два, три, я хожу. И передаю Максу Буэнос-Айрес. Четвертый. У Макса становится три желтых и максимум карт. Семь на руках, да? Мне бы ее скинуть. Да, Петербург скинешь. И, соответственно, я беру себе две. Значит, у меня есть событие. Переброска. Я могу передвинуть одну фишку в любой город. Только с согласия их владельца. Отличная карта. Так, это у меня уже 4. И у еще одно. Уже 7. Йоханнесбург. Желтая, Макс. Представляешь себе? Как круто. Это мы с тобой можем дойти до Йоханнесбурга. Вот это вот здесь. Африка. А где здесь Петербург? Санкт-Петербург, вот он. Вот Москва. Запоминай, вот видишь, вот Россия большая. Вот Москва, мне вот Питер. Москва перейти. Я завтра туда поеду. Я бы туда. Нет, послезавтра. Нет, послезавтра. В общем, поеду. Мы тоже поедем. Когда? Ну, это правильно. Только в начале лучше. В Питер. 17-го. Ну, уже будет. Вау, у тебя вертолетчик. Вертолет есть. Да, вертолетчик у меня есть. Ага. Питер. Ну что ж, давай. Дальше открываем карту эпидемии. Значит, у нас Лима, желтенькая. Давай карточку, желтенькую фишечку. Три. Лима. Лима — это где-то вот здесь. Три? Нет, одну пока. Теперь Сан-Паулу. Смотри, желтые одни идут, наверное, плохо помешали. И Милан. А нет, у нас же две карточки. Две, все, да? Нечестно. Ну, все. Ну, ничего страшного. Будем готовить. Ну что, Макс, твой ход. Давай. Ну, давай. Как ты? Что ты думаешь? Тебе надо, наверное, полечить вот это безобразие все, да? Я одним ходом. А потом куда мы с тобой? Давай подумаем. Это полечу раз, два, вернусь. А может, тебе до Йоханнесбурга двинуть и мне тоже? А потом... А знаешь как? Смотри. Я хочу тебе передать Йоханнесбург, чтобы у тебя было 4 желтых. У меня уже 7. Мы одну сбросим, Санкт-Петербург. Да?
Ты доберешься сам пешочком. Вот сюда. Смотри, ты здесь полечишь. Одно, потом два, три, четыре. Ну, двинешь сюда. А я прилечу туда вот этим вот переброской. Давай. И мы с тобой ее соединим. И у нас будет четыре карточки. Давай. Ну, давай, лечи. Раз. Первое. Все, все лечи. Врач, поэтому у него получается полечить это. Так, раз, да? Теперь двигайся. Давай. Два. Куда дальше? Три. Четыре. Нет, четыре. Всего хода, ага. И теперь взять две карты игроков. Бери. Вдруг тебе желтая тоже попадется. Синяя, вот. Смотри, теперь... И два. Тебе надо будет сбрасывать, да, их? Ну, мы сбрасываем вот эти карты, да? И остаемся, у нас будет четыре желтых уже. Мне бы еще одну, и да. У нас было бы уже против моя дитя. Угу. Так, мне воды. Друзья, там точно пять карт, Максим? Можно мне воды? Конечно. Спасибо. Просто воды? Пожалуйста. Да. А здесь да, должно быть четыре. Нет, пять карт. Это когда ученый, там четыре. Пять карт, все правильно. Ну все, значит, смотри, теперь тяни вот эти карты по одной. Милан, подожди. Надо сначала выставить. Синяя, да? Милан. Ну, вообще не передвигается. Милан, знаешь, где это вообще, Макс? Макс. Да. И Лос-Анджелес. И Лос-Анджелес. А Лос-Анджелес у нас это тоже желтый. Ничего страшного, мы скоро изобретем лекарство. Да, Макс? Да. Ну, только все. Только надо что-то скинуть. Пока еще. Ну да. Тебе вот желтые карточки. Все, я тогда полетел, Макс. Йоханнесбург. А, нет, знаешь как, я, наверное, полечу заодно. Один. Два. Потом... Три-четыре. Ну, да, получается, что... Три. Я сбрасываю карточку. Да? Вот я ее сбрасываю вот сюда. А четвертый ход я не использую. Я буду ждать, пока ты придешь. Да? А, ты мог уже так. Смотри. Как? Это было бы хорошо. Раз. Лучше, да? Два. Нет, я уже здесь, три, вот, я вот здесь стоял. Четыре. Я вот здесь стоял. Да. Раз, два, три и четыре. Все равно вот здесь бы тогда осталось. Ну, ты же мог использовать вертолет потом ко мне прийти. А он, подожди, а он, по-моему, а он тратит, интересно, играть? А, не тратит действий. Ты прав, наверное. Давай его вернем, попробуем переиграть. Смотри, получается, если мы вот так стоял, значит, я мог один... Два, три и четыре, не знаю, куда больше тратить. А, или раз, два, три, четыре, да, тоже не... Ну, к сожалению, никак, наверное, лучше не сыграешь. Ладно, да, давай тогда, наверное, так и сыграем. Хорошо. Ну, все. Теперь я тяну две карточки, да, Макс? Смотри, у меня красненькая появилась. Я тяну. Это хорошо. О, у меня четвертая, смотри, красота. Да? Ты можешь болезнь. Скоро уже, да, смогу. Угу. И только две, когда две карты. Дракресс. Значит, Лондон у нас заражается. Лондон. Лондон я тоже знаю. Угу. Кто же не знает Лондон? Все знают Лондон. И еще одно. Давай. Гонконг. Красные появились у нас болезни. Да? С ними нам еще предстоит бороться. Но их с врачом легче гораздо. Угу. Каким врачом? Со мной? Гонконг. Со мной? Что? Да, с тобой. Да, с твоей роли очень легко играть. Угу. Ну что, ты ходишь. Переходи. Сюда. Один. Теперь вторым ходом забираешь у меня карточку. Но тебе придется выбросить черную одну. Давай. Любую, наверное. Карачи давай. Карачи. А, нет, в Карачи, кстати, мы можем полететь, там болезнь есть. Давай с тобой выбросим Багдад. Москва тоже. Ага. Все, у Макса пять желтых карт. И две черные.
Теперь Максу надо добраться вот сюда, чтобы сбросить их и получить болезнь желтую. Окей. Ну, это два только хода. Давай 3-4 сыграем. Как тебе? Пешком пойдешь? Три. Или? Ну да. Да, раз. Два. Три, четыре. Нет, это два уже вот у меня взял. Два. Теперь у тебя еще два хода. Три. Три, четыре. Пешочком пойдешь. Давай посмотрим, как нам ближе всего идти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так ближе. Давай сюда. Раз. И два. У тебя два хода осталось. Все. Так ты быстренько дойдешь. Конечно, было бы здорово сбросить каких-нибудь карт. Да? Ну ладно, давай, набираем. Мумбай у тебя, да? У тебя сейчас максимум. Тебе надо их сбрасывать, да, получается, этих Мумбай? Кого? Вот эти черные. Нет, Москва. А, Москва можно. Ну, ну без Бедная разницы, Москва. Что... Без разницы, что сбрасывать. Ох, Москва. И Истанбул, глянь, черные идут все они. Сбрасывай какой-нибудь. А. Оставь, бросай эту Стамбул, значит. Ну все, теперь Стамбул как раз. Черная, да, болезнь появилась. Девочки. Зря выкинули. Угу. И Ченнай. Ченнай. Куда собрался, сын? А? Куда собрался? Вклад вести. А ты поставил он там на столик. Ну, окей. Так, мой ход. Пирог, что ли? Курица. Так кто такая села, выключила она. Крутилась там, а газ не горит. Потух. Так, ну что, мой ход. Давай, как же мне пойти-то? Мне нужно, по идее, красные собрать. Но они падают из этого списка. Так что, в принципе, я могу к ним не ходить самим. Но их надо... Я могу в Дели, кстати, полететь. И там что-нибудь полечить. Например, черных каких-нибудь. Или вот этих красных. Одну полечу. Два, три. Даже не знаю, куда мне полететь. А если я так сопаю? Раз, два. Беру три и сюда перейду. Тоже можно, да? Давай. Мне кажется, да, пока что ничего не происходит. Можно полечить. У нас очаги есть только вот здесь, но туда не знаю, как добраться. Тебе два, лучше скинуть красную три, болезнь. И четыре. То есть лекарство. Ну да. Ну, ну да, пусть будет так. И посмотрим. О, все, я набрал 5 красных карт, Макс. Я тоже пойду скоро пешочком туда. Раз. И... Ой, еще одна. Вот это здорово. 6. Да. Блин. А мы потом полетим туда лечить. Там Шанхай, видишь, больной. Шанхай есть у меня как раз такая. Прям можно туда будет полететь. Да? Как удобно. Угу. Ну окей. Верно, это место. И теперь... теперь Джакарта у нас заболевает. Не хочу, у меня что-то немножко... Аллергия на это дело. Джакарта. Где Джакарта? Джакарта и Бангкок. Сейчас пошли красные, видишь, у нас. Бангкок. Хорошо. Слушай, а может мне, правда, добраться туда, сбросить... смотри, я могу сбросить карту какую-нибудь, например, до Шанхая добравшись. Там поставить станцию и там же болезнь вылечить. Ну, в смысле, это лекарство найти. Какой вот до Бангкока, смотри, например, у меня. Раз, два, три, нет. Три, четыре, пять. Ну, далеко, да? Джакарта. Раз, два, три, четыре, пять тоже, да? Все они туда. А если до Дели полечу,
О, смотри, Макс, я могу для Дели полететь. Раз, два, три. И поставлю станцию в Бангкоке. Вот так. А в следующем ходом вылечу лекарство. Как тебе такой план? Найду лекарство. По-моему, классно. А тебе надо сюда, наверное, топать. Так, мы с тобой вытащили. Тогда твой ход. Вытащили с тобой эти эпидемии. А карточки? Пешочка уйдешь? Все, я уже все достал. Раз, два, три и четыре. Ты добрался только. Но не успеешь пока, да, вылечить желтую. Ну, ничего страшного. Бери карты. Значит, опять желтая. Блин, сколько желтых. Ее скинуть? Да, это хургум какой-то, да? Хургум? Хартум. Хартум вот здесь. В принципе, думаю, что ее лучше оставить. Потому что она ближе всего к другим зонам. Кого? Давай ее оставим, а сбросим черную. Давай. Карачи. Нет, давай Мумбай сбросим. Почему Карачи нет? Хотя Мумбай тоже классно. А хотя я здесь скоро базу сделаю, вот здесь. Будем так летать. И еще одна. Тегеран. Блин. Тегеран. Наверное, сбрасываем ее, да? Пусть будет. И теперь наши две карты. В Пекине у нас красная. Посмотрим. У меня вообще нет. Ни одной классной нету. Да. Это хорошо. И что еще? Мадрид. Мадрид с синий, да? Блин, синих тоже много, но они все по одной. Ничего страшного, да, не происходит пока. Почему? Они могут заполниться. Угу. Еще ну две? Да. Слушай, нам везет, что пока нету эпидемии. Да, вот сейчас как эпидемия грянет, то вот здесь начнется вспышки, и мы будем двигать. Ну, посмотрим. Еще две, и у нас все заполнится. Синие. Ну да. Это ты сходил, правильно? Теперь... Надо синие лечить. Надо, да. Ну, сейчас ты сходишь туда и все, быстро полечишь, а потом вот эти будешь уничтожать. Ну что, Макс, я, наверное, лечу в Дели первым ходом. Сюда. Теперь вторым и третьим сюда, Бангкок. Здесь строю станцию, сбрасываю Бангкок сюда. И строю вторую станцию. У нас будет классно. По миру, да, с тобой будет крутая штука. Пап, еще две у нас синие заполнятся. Да, вот если здесь сейчас будет вспышка, эпидемия, то у нас вот это будет распространиться на соседние. И, соответственно, у нас двинется сюда уже, поближе к дедлайну. Ну, это не так страшно, потому что, в принципе, мы на легком играем. Но почему-то все четыре скопились в конце, похоже. Я знаю, я лучше не буду лекарства действовать. Я лучше пойду и полечу. Нет, лучше тебе сейчас лекарство сбросить следующим ходом. Точно. Это получается раз, ход, да? Да, теперь смотри, я тяну карты, да, получается? О, у меня еще одна красная. С ума сойти. И еще одна желтая, Богота. Давай посмотрим количество карт. 7 как раз, да? Все, у меня нормально все. 7 карт. И теперь у нас Москва заражается черной болезнью. Санкт-Петербург и Москва, кстати, в разных зонах. И Осака. Разные болезни у них, да? Осака — это Япония. У них там много людей живет. Ну что, ты ходишь, Макс? Давай сбрасывай карты. Давай подумаем, какие. Смотри, у Макса 6 карт. Куда тебе лучше будет полететь? В Йоханнесбург, Буэнос-Айрес? А, Макс, давай посмотри. Йоханнесбург, Буэнос-Айрес. Тебе надо полечить вот эти, да? То есть ты когда сюда дойдешь, болезнь вылечивается. Я лучше сильно. Давай еще почитаем твою роль. Где твой врач? Это он, да? Давай. Чего он там по поводу вылечен? Смотри, Макс, автоматически уберите все кубики болезни, от которой уже изобретено лекарство, из города, где вы находитесь. То есть, где бы ты ни находился, даже если ты не тратишь ход, то есть ты просто пришел, сразу же пиу,
уходит болезнь из этого города. Если на нее есть лекарство. Классная, да, роль? Ну что, давай выберем Лос-Анджелес, Йоханнесбург, Хартум есть? Вот, вот Хартум. Может, тебе вот сюда потом прилететь? Да. И начать здесь лечить, когда ты здесь разберешься? Давай. Тогда Хартум надо оставить, да? Есть еще... Хартум оставить. Это вот здесь вот. А, ну давай Хартум оставим. Давай. А остальные сбрасываем, да? Да. Ну все, 5 карт мы сбрасываем. И получаем лекарство. Уже и у Макса остается вот такой Хартум. Если... А если вот так перевернуть, тогда это будет. Это Макс, это одно? Нет. Да, это уже не будет. Это когда мы полностью уничтожим. А, это один ход всего, да? Тебе надо 2, 3, 4. Ты можешь вот эти вылечить? Такая, вот такая одна была. Мы вот так. Да, мы сдвинули. Да, сдвинули. Ну что, пойдешь сюда лечить? Да. Два. Может, тогда вот эту вылечим, чтобы у нас вспышки не было? Давай. Три. А четвертом уберем. Давай? Да. По-моему, неплохо получилось. А теперь Макс пойдет вот здесь, вот сходит по желтеньким. И уничтожит первую желтую болезнь. Не тянуть? А, да, давай. Себе бери, себе бери. Вашингтон Максу попался синий. Три уже. Да, три карты всего. Надо понять, какую ты теперь будешь собирать. Лучше... Три, значит. Синюю. Давай. И еще одна твоя. Эпидемия. Так, о, отлично. Передвиньте маркер распространения. Сдвигаем. Инфицирование. Вытаскиваем карту из-под низа колоды карт болезни. Положите в указанный город 3 кубика болезни. В Дели. Три в кубика. Дели. Помнишь, мы как раз с тобой в Дели сбрасывали, оставили карачи. Жалко, кто же знал, да? Ну, вот эта дистанция есть рядышком. Я. И болезнь. Да, и три кубика болезни. Нет, и последнее обострение. Перемещите карт, сброс карт болезней и положите, перемешайте, да? То есть их нужно перемешать, вот эти все, и положить. То есть они же опять будут выстреливать у нас. Вот эти самые болезни, которые были. И если попадется, например, Дели, да, то начнется вспышка. В соседних городах. Только мы будем надеяться, что этого не будет. И теперь, согласно, опять две карты. Москва у нас заражается. Блин. Черненькая, да? Черная чума. Черных довольно много. Вот они вроде не опасные получаются, да, Макс? Осака. Что? Осака. Все, оставь, оставь. Две, нельзя больше. Там тоже черная какая-то. Это ужасно, потому что кубики черных заканчиваются. Ну, не заканчиваются еще, конечно, много. Ну, ладно. Ну, все. Теперь я хожу, Макс. Да? Смотри, я первым делом лечу красную болезнь. Я нахожу, у меня есть 6 карт. Я выбираю, какую у меня... Я могу в какую-нибудь полететь из них быстренько. Шанхай, например. Могу там поставить станцию где-нибудь здесь близко. Зачем оно только у меня так вроде красное есть, да? Поставь. Давай Осаку оставлю, чтобы ее почистить. Она как раз Осака. Или Шанхай лучше. Шанхай. Потому что до этого выпадал Шанхай. И он здесь вот близко. Он может выпасть. К нему лучше, наверное, полететь и все вылечить. Давай. Давай оставим его. Есть Сидней. Но он там не нужен. Карта. Да, давай Шанхай оставим. А у нас уже сбрасываем 5 карт. У нас есть уже лекарство. Да. Так, 2 лекарства есть. И теперь... У меня даже... Если я туда полечу, тогда я вот эти все могу красные сделать. Да, вообще. Быстренько пройтись, там все полечить. Да. Хорошо. Мне бы туда. Угу. Так, все там хорошо с записью. Так. Я сходил, это один ход был всего. Красная болезнь, кстати, там, где я нахожусь, автоматически... А, нет, это у тебя... Да. Ну ладно, давай будем лечить. Когда? Раз. Это был раз, теперь два. Три. И знаешь что, я сделаю... Четыре. И они не будут распространяться.
Я же специалист по карантину. Я. Да. Все. Вот здесь еще. Не-не, я ее не лечил. Почему? Я не доктор. Ты доктор, там, где ты находишься, там, и если болезнь изобретена, лекарство изобретено, то ты автоматически смотри, лечишь, ты а такой... я нет. Раз, одну раз, сбросил, два, сбросил. Три, два. Четыре. Да. Одну, да. Все, теперь у меня две карты. Я беру Нью-Йорк. Какие у нас все разные. И Тайбэй. Ой, красные-то нам не надо. Тайбэй-то зачем мне? Тайбэй-то вот здесь. Ну, в принципе, мы можем в Таиланде станцию поставить еще одну. Почему нет? Зачем? А, пусть будет. Не, лучше у синих поставь. Ну да. А то еще да. Три да, станции прав, да. И бах будет. Да, ты прав, наверное. Нам то есть надо 4. Полететь. Я могу сбросить карту, например, Шанхай. Я сейчас в Шанхае, полететь в любую точку мира. Да. О, давай. Вот в этих синих. Да, 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 да. Нам, да. Нам надо разбираться с красными. Красные-то и с желтыми. Да? Я две взял? Да, две взял. Теперь давай болезни. Дели. Это черная, да, у нас? Сейчас они распространяются. Только бы не вот это. Дели, да. Значит, смотрите, у нас произошла вспышка. Макс, подожди, подожди. Рано смотришь. Значит, у нас распространяется сюда. Фух, там красная. Сюда. Я, кажется, знаю, куда я полечу. Сюда. Я тоже. Сюда. К черным, и сюда. Да? Да. К черным полечу. Их же много! И вторая. А, и подвинуть вот эту. И Бангкок. Блин. Бангкок у нас. Мне бы туда перенестись. К черным и красным. Угу. Здесь... Нет, блин. А черных нет. Теперь нужно ее. Теперь нужно ее. Так, ты ходишь, да, Макс? Так. Тебе в желтых убить. Давай, может, пройдешься по желтеньким. Я. Смотри, один. Ты как доктор, и у нас запретено лекарство удаляется. Два. Три. Удаляем. Четыре я туда. Четыре. И следующим ты уничтожишь желтую болезнь, Макс. Поздравляю. И будет. Будет круто, да. Так, ну что, теперь пару карточек тебе. Алжир, синяя, ой, черная. Черную. Вот давай ты черную будешь собирать. И желтая. Вот желтая нам совершенно не нужны, да? Хотя. Давай. Пусть будут. Хартум. Хартум ты можешь, кстати, рубануть. Он еще желтый. Давай. Давай. Пекин у нас. Блин, ну это уже жесть. А я карантинчик, она не распространяется. И Лос-Анджелес. Блин. Лос-Анджелес это твоя желтенькая. Блин. Ну ничего, ты в следующий раз их все уничтожишь. Что, мой ход? Так, ну что, давай сделаем так. Я из Шанхая, наверное, полечу я в Дели, наверное, да, схожу? Как ты считаешь, Макс? Если я Шанхай сброшу, я полечу в Дели. И здесь стану, больше не будет ничего распространяться. Даже если эпидемия будет, вот здесь вот все будет защищено. Я, это один ход был, значит, второй, третий и четвертый. Пусть будет так. Да? Молодец. И все вокруг мною защищены. Но красненькая запретена, но не уничтожена. Давай, пап. Теперь подожди, подожди, подожди. Эпидемия у нас случается. Вот они пошли. Так, передвигаем распространение. Теперь, значит, у нас нижняя три сразу. Сеул. Три красные. Хорошо, что у нас есть полей. Вот бы тебя туда, да, Макс? Чтоб ты прошелся там и все очистил. И вот сюда Сеул. Тоже. Сеул. Теперь нужно их перемешать. Еще четыре карточки и нам каюк. Ага. Так что лечи лучше красный. Смотри, Макс, у нас мало, малое количество. Вот эти все сейчас будут. Пекин. То есть красные нужно скорее лечить. Причем, что у нас есть лекарства, значит тебя Рубаних. Нужно. Рубаних. Как? Подожди, я, твой ход.
Твой ход, что мы можем сделать? Ты можешь приехать сюда, в Хартум, можешь поехать сюда, в Карачи какие-нибудь, да? Не, я вот сюда буду ехать. В красный, тут у тебя нет карты, сын. Давай хотя бы черное лечи. Хотя... Где Карачи? А смотри, Карачи? Если ты... Смотри, а где Карачи, пап? Карачи, вот. Карачи. Да! А есть Алжир, да, подожди, да, а да. Где Алжир? Карачи, Алжир, давай! Это вот здесь. Карачи, все. Карачи сбрасываешь, да. Все, принял решение, лечишь. Лечу. А может давай, а знаешь что, одну ее, Мах, давай полечим желтую, чтобы желтая не распространялась уж точно. Ладно. Раз, два, три, четыре. А четыре сюда, да? Да. А как, где, вот здесь была, да, она? Да. А ты вот здесь стоял. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, да, можешь? Так, а можешь вот здесь бы оказаться? Раз, два, три, четыре. Ладно, давай. Так, раз, два, три. И нет, давай сюда, 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 сюда. Вот сюда. И Макс. Половина. Дело Всё. Сделано. Одна нас больше никогда не побеспокоит. Теперь там будем разбираться. Спокойненько. Это была одна карточка. А, мы вторую-то, кстати, тебе не вытащили. Это твоя Сантьяго. Да-да-да. Ты зачем нам эти желтые уже? Ну ладно, пусть будут. Я их сброшу всех. Ну, пусть будут. И знаешь чего? Это ты сходил, и теперь... Подожди, а эпидемия у кого была, Макс? У меня. А почему ты опять ходишь? А, нет, у тебя была. У меня эпидемия была, да? Ну ладно. Ну хорошо, тогда тяни две карты. Тогда мне надо Сантьяго. Сантьяго у меня будет. Раз. Все, бери, тяни, ага. Два. Чинай. О, черненькие пошли, да? Два. И синенькие. Вот они это нам нужны. Это очень. Ты будешь черненький. Давай сбросим эти штуки. Надо тебя отправить в красном. Я. А все у тебя максимум, пусть будут пока. Я ненавижу красных. Теперь давай сброс карт. Друзья, а после эпидемии не было сброса. Мы как-то этот самый с тобой странно Бангкок. Сходил. Почему ты сходил? Не было после моего хода, не было. Эпидемии точно у меня было или у тебя? Блин, я тоже забыл. Ну ладно, Бангкок. И Пекин. Да? Бангкок и Пекин. Давай посмотрим. Бангкок. Это, мне кажется, предыдущий раз было, да, вот от меня да. И Пекин. А теперь давай твои сбрасывать. Так, теперь давай твои сбрасывать. Значит, Дели. Черная Дели. Вот она. Нет. Видишь, ничего страшного. И Осака. А вот Осака уже пострашнее. Вот нам надо сюда ходить. Как бы... А, смотри, Макс, ты знаешь, как можешь? Ты можешь вот прям сюда, вторым, и пошел, и пошел. Или смотри, вот сюда. Сан-Франциско, Манила, нет, вот в Токио можешь зайти до два хода, потом третьим сюда, четвертым сюда, например, включить. Давай, сюда. Давай, так, так. Давай. Так. Это твой ход, а мой ход, теперь мой ход. Мой ход теперь, да? Давай черных, может, я буду лечить. Да, да, что да. Что у меня, смотри, у меня получаются одни желтые какие-то, я не хочу их, ничего с ними делать. Да сбрасывай их, я не могу. Почему? Они у меня билетики в эти страны. Есть вот в Тайбэй, кстати, вот. А, вот, я могу в Тайбэй улететь. Здесь вообще опаснее ситуация, да? Давай я в Тайбэй полечу. Вот, сброшу в Тайбэй, потом в вторым ходом сюда. И 3-4 вот так сниму. Угу. Вот. Теперь давай две карты мне. Калькутта черная. О, Калькутта черная. Черная, да, карта? Это как хорошо. И Милан. Это прекрасно. Синяя. Это так нам нужно, да? Да, нам бы. Смотри, у нас Калькутта есть. Калькутта это вообще близко, смотри. Мы можем сюда дойти с тобой и передать тебе черные. Для начала надо вот это все уничтожить, красную заразу, да?
Ну что? Кстати, у меня есть красная болезнь. Да, мы вообще ее вылечили. Точнее, лекарство есть. Москва. Черная. Смотри, у нас тут образуется очаг. О-о. И Лос-Анджелес. А они не появляются, потому что она вылечена. Желтая. Отлично. И теперь ходит... Кто? Я. Макс. Давай, Макс. Ты хочешь через эту пойти? Смотри, можно вот сюда. Токио. Раз, и ты в Токио попадешь. Два, потом три вылечишь. Четыре. Мы красную начнем уничтожать. Да. Так. Раз, два, три. Макс врач. И у нас здесь есть лекарства. И четыре. Сразу две выбирай. Да. Все. Теперь сейчас пройдемся по красной и всех уничтожим. Да? Теперь Макс берет карту. Эпидемия. О. Передвиньте маркер распространения. Опять. Три карты, Макс, теперь. Инфицирование. Опять эпидемия. Вашингтон. Вот это жесть. Это, по-моему, а если мы сюда попадем? Синяя. Посмотри, Макс. Папа, если мы сюда попадем? Все. Ничего, просто по 4 будет. Но у нас скорее там вспышки, наверное, начнутся. И обострение нужно вот эти вот опять. Смотри, кто у нас. Вашингтон, Лос-Анджелес, Москва, Осака, Дели, Пекин, Бангкок. Как же я так не хотел этого. Ничего страшного. Но у нас Москва вот там есть. Черная вспышка. Хорошо. У нас проходит, 4, Макс. Мы прыгаем. Ты сходил, да? Да. Давай я схожу теперь. Значит, я уберу раз, теперь два, три и четыре. Красные нам теперь не грозят. Ты сейчас сходишь, все здесь полечишь вторым ходом, и мы все их уничтожим, да? Я? Нет, теперь я беру Сеул. Это так удобно. Раз, два, три, четыре, пять у меня карта, да? Шестая и седьмая. Токио. Вот, но я из Токио могу улететь в любую страну. Давай. И теперь три у нас. А, подожди, мы... Там красная! Подожди, мы же после твоего хода еще не этот, не рубанули. Бангкок. Блин. Бангкок. Оп. А где Бангкок? О, Бангкок. У нас еще здание сейчас захватят сейчас. Пекин. И болезни. Ага. И Лос-Анджелес. Куда? Ничего страшного. Ну смотри, в принципе, ничего не поменялось. Теперь давай за мои. Значит, Вашингтон. Макс. Вот у нас кто. Смотри. Макс, погляди, у нас что происходит здесь. В Вашингтоне. У меня рубануло. А, блин. Да. У нас сейчас все болезни заполнят. Два. Три. Вот. Но сейчас одну все болезни заполнят. Да. Мне бы туда полечить, сходить. Дели, Макс. Где у нас Дели? Вот она, Дели. Черненькая. Но вот этих уже все. Красные мы сейчас уничтожим. А вот все остальные. Один, два. Мне все. Кажется, мы справимся с тобой. Главное, черные не запустить, да? И Осака. А ты знаешь, что будет, если 1-2? И мы проиграем. Угу, проиграем, да. Ну что, погнали? Твой ход, Макс. Давай. А, ну у тебя ты вот здесь находишься, сразу это уничтожается. Тебе надо пройтись, наверное, да? Иди по этому, по полю. Раз. Давай. Два. Сюда. Три. И знаешь что? Лети-ка ты в ту сторону. Я здесь с красными разберусь. А ты лети с черными. Нет. Лети-ка сюда, наверное. Ты будешь разбираться с вот этими синими. Поехал кататься, что ли? Все, у нас только два. Я не могу сейчас я не говорю, положу. Окей. Так, это ты сходил, да? Да. Теперь бери две карты себе. Ты записываешь. Да. Смотри, у тебя три синих. Давай желтую скинем. Это прям хорошо. Давай желтую скинем. А почему сразу две нет? Ну вот, одна берем. Вдруг там эпидемия. И Лондон. Смотри, четыре... 4 у Макса синих и 3, 6, и 3 черных. У меня 8. Ага. Нет, теперь 7, да. У меня тоже 7 карт. И 3 карты
А ты свою роль? Москва. А это что у тебя? Я специалист по карантину. У тебя что это? Карапин. Так, смотри, Макс, у нас выпала Москва, посмотри. Как тебе? Смотри, Макс, четвертая Москва. Памс. Вот мы играем сейчас, почти что еще. Ну да, памс. И сюда передвигаем. Три вспышки уже было. Не, так делай. Угу. Ты лучше сходи к черным и почисти. Это сколько было? Одна карта я достал, да? Да. Два. Сеул. Сеул. Смотри, Сеул опять. Ох. И Лима. Но Лима не появляется, потому что она полностью уничтожена. Ну что, чей ход, Макс? Мой, кажется, да? Твой, да. Давай смотреть, что мы можем сделать. Я бы красненький бы добил. Но тут такая ситуация с черными, что ужас какой-то. Пойду я, наверное, к черным схожу. Мне бы в Москву добраться, вот, да? А у меня Калькутта есть, кстати. Я могу Калькутту сбросить и попасть в Калькутту. А, я и так могу попасть в нее. Раз. Два. Три. Нет. Три, четыре. Только дойду. Ну, хотя зато, если у нас будет... Сколько у нас эпидемий? Три было, да? Это то, что надо. Раз, два, три, четыре. Потому что если опять Москва рубанет, я здесь буду охранять. Стоять просто. Ты лучше полечи все. Думаешь, лучше красных полечить? Нет, вот этих полечи. Да не могу я лечить. Мне не хватает ходов. Мне надо Москву, чтобы... Ладно, ну давай ты Москву. Видишь, у нас сейчас может быть с тобой... Она у тебя коричневая. Вспышка. Вспышка? И тогда у нас опять... произойдет вспышка в Москве, потому что, смотри, Москва здесь близко. Или мне красную добить? Раз, два. Не, лучше не красную, не добивай. А, черные важнее. Ты думаешь? А давай красную добьем, Макс. Хочется уже добить и уже ими заниматься нормальной теме. Давай. Раз, два, три. И, пожалуй, я скину карту Сеула. Если ты мне отдашь синюю, у нас будет противоядие. А, смотри, можно скинуть в карту что? Да? Да. Синюю отдать одну? Да. О. А в как? Так, давай подумаем над этим, кстати. Какие у тебя есть города? Смотри. У меня есть Нью-Йорк и Милан. У меня три вот этих и вот эти. Ага. У нас черные заканчиваются, Макс. Посмотри, а у нас там эпидемия может быть. Давай с тобой все-таки... Да. У меня еще один ход. Красный разбер. Давай я, наверное, как-то в Москву, что ли. Давай. Или Давай. Может, в Калькутту полететь и защищать здесь? Давай. Или сюда встать. О, давай вот здесь встану. Наверное. Давай. Не знаю даже, что делать. Ладно, давай вот здесь встану. Четыре. Это первый ход? Это четыре уже. Ну все. Давай карточки тяну. Так, Сан-Франциско. Смотри, у меня три синих тоже стало. И это перебор. Надо желтенький сбрасывать, наверное, да? Сантьяго мне нужно? Нет, не нужно. Три синие. И давай смотреть, что еще. И Майами. На ее и сброшу. Хотя она близко стала, да? Ладно, бог с ней. Смотри. Раз, два, три. А, нет, я могу ее оставить, кстати. Вот так. У меня, да, у меня получается 7 как раз. Зачем они тебе? А пусть будут. Вдруг полететь куда-нибудь придется. У нас же нет такого города. Мы же все желтые. Ну, да, ну вдруг там поблизости будет какой-нибудь наш нужный объект. Хорошо. И тянем эпидемию. Значит, смотри, у нас Милан. О, блин, синие пошли. Они черные. Богота, и там ничего не происходит. И Буэнос-Айрес. Блин, опять порвал пакетик. Ничего. Вот мои руки-крюки. Да не убивайся так. А это пакетики одноразовые. Можно их
найти таких много новых. Ну все, Макс, твой ход. Ничего, давай тогда синие, а ничего. Да, 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 да. Давай. Точно. Раз. Два. Два. Все, три. И четыре, да, наверное, так. Все, синие у нас проблемы нету. Ах. Вот черными теперь надо разбираться. Я их, конечно, держу здесь, да, но не очень-то. Да лучше полечи их. Теперь давай две карты тяни. Опа, смотри. Одна тихая ночь. Смотри, поменяем ее на что-нибудь или сбросим? Или давай ее прямо активируем. Как это? Ну, в любой момент активируем. Следующая ночь будет у нас тихая. Чё, да. И черная. О, нам надо выбирать, черный ты копишь или... Или какие? Или серия? Четыре. И раз, два, три, четыре. Смотри, Макс, синих у нас три, очень много. Четыре. Давай... Четыре, восемь. Ну да. Интересно, черные еще могут выпустить нам? Могут. Думаешь? Черные мы сможем накопить? Слушай, синих много, а черных нет. Давай синюю сбросим какую-нибудь. Давай. Какую? Лондон? Да, ну давай, да, 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 да. Не, давай лучше тогда Вашингтон. Вашингтон. О, точно, давай Вашингтон, ты прав. Она вообще рядом со станцией. Ты прав. Давай. Это одна карта была? А, не две, да. И следующая ночь у нас тихая. Ну, посмотрим. Это не А, не следующая ночь, кстати, это и есть тихая ночь. Мы ее и не выпадаем, да. Все. Да, у нас тихая ночь. Ну все, погнали. Я хожу, да, Макс? Что же мне делать-то? Синие карточки у меня очень много. Черных вот, а нету только. Ну, наверное, я буду лечить черные болезни. Смотри, Макс, я, наверное, вот так сделаю. Раз, два, три, четыре. Смотри, и буду вот здесь вот у нас... Не распространяются. Я вот здесь буду охранять черную, да? Не клади ты в коробочку. Почему? Смотри. Возьми событие прогноз. Я могу его прям сыграть. Возьмите 6 верхних карт из короды карты болезни и посмотрите на них, расположите в нужном вам порядке, верните обратно на верх короды. Раз, два, три, четыре, да? Пять, шесть. Давай посмотрим, что у нас тут. Мадрид, Париж, Чикаго, да, ну синенькие нам не страшно особо, да, пусть синенькие распространяются, а вот красные нам вообще и желтые не страшно, вот их, наверное, нет, красные, желтые совсем не страшно, красные, ну, они будут, да, помаленечку, а вот потом все синие, да, наверное, так, вроде понятно, почему, и возвращаем в колоду, и вторая карточка. О, Каир, черная, наконец-то. Давай. Не, это моя, моя, моя. Каир. Нам надо с тобой встретиться в Каире, Макс. Раз, два, три, четыре, пять. Близко, блин. В Майами выбрасываю. Тебе близко уже. Смотри, если я пойду в Каир, да, две. А у тебя раз, два, три, четыре. Ты тоже дойдешь. Макс, все, мы сейчас с тобой дойдем. Ну все, две. Теперь сбрасываем. Майами ничего не происходит. В Гонконге по одной и в Шанхае. Давай красненькие расставим. Их не добили мы красную, да? Вон они. Все. Кстати, смотри, у нас здесь карты заканчиваются, Макс. Осталось совсем мало. Три хода где-то. А мы... Мы, наверное, проиграем, скорее всего, этот кон. Ну ладно. Теперь давай... Ты ходишь? Да. А там много карт? Ну, по две, несколько раз. Ты ходишь, да? Ну что, погнали, наверное, в Каир меняться, нам черную надо уничтожить. Да. Ты как думаешь? Да. Раз, два, три, четыре. Две карты берешь. Раз. Это событие. Уберите из игры одну любую карту. Из сброса карт болезни можно играть эту карту между инфицированием и обострением во время применения... Ага, уберите. Но мы ее сразу сыграем, да? Давай отсюда берем какую-нибудь опасную карту. Какая нам опасная?
Москва у нас была самая опасная, да? Давай ее уберем вообще. Да? Москва, она там вспышечная. И вторая тоже сбрасываем, да, твоя? Теперь давай три. Чикаго у нас. Ой, зачем ты это? Чикаго. Синяя. Смотри, Макс, какие у нас. Чикаго. Там тоже три теперь позвали. Синяя. Когда это закончится? Париж. Тоже синенькая. Тоже три. Смотри, Макс, синие как распространились. И Мадрид. Четыре хода хватит. Ага, четыре хода, хорошо. Все, ты сходил, да? Мы проиграем. Давай я схожу. Давай я полечу что-нибудь. Раз, два, три. На. Давай я какой-нибудь полечу. Раз, два. Передаю тебе Каир. Все, у нас пять карт, отлично. Тебе надо будет добраться до станции, Макс. Эти болезни меня сломали. Ага. И у меня еще два хода. Давай я куда-нибудь вернусь обратно. Москвы больше нет, она нам не опасна, да? В принципе, можно начинать чинить их. А может вот сюда встать? О, чтоб синий не распространялось. Четыре. Кстати, у нас все четыре эпидемии были, у нас уже эпидемии-то не будет. Надо вот сюда. Нет, еще. Маликарка. Ты еще не сбросил. Так, кстати, у тебя карт больше, тебе надо одну сбросить какую-то. Давай Лондон. Лондон сбросишь. Ну все, погнали, что, тогда тебе надо... А у меня там нету Парижа, Милан. А, у меня Милан есть, кстати, Милан. А, знаешь что, давай я перехожу. О, мы противоядие вот сюда, можем... Макс, смотри, я за два в Милан сходил лучше, давай. Пап, мы можем передать, я тебе, и у нас будет противоядие для синих. Ну да. А, для синих ты имеешь в виду? Да. А какие у тебя города? Париж? Надо в Париже встречаться. И Монреаль. Это вообще далеко. Ну да. Сначала со своими дойди, черных разобьем, да и красных надо разбить. Что-то мы с тобой не добили. Вдвоем сложнее, конечно, играть, да? Когда много народу, конечно, удобнее. Хотя, ладно. Так, ну что, я в Милане. Короче, я в Милане пусть будут. И я себе взял, да, Макс? Нет, я еще не взял себе, да, карточки? О, правительский град. Постойте, одну исследовательскую станцию в любой... карте вместе города. Давай я ее сбрасываю. Может, станцию можно поставить. Можно я. В каком ты городе выберешь? Давай прям где ты стоишь, там и сбросим. Потом пройдешь все черное. Давай. Удобно. Хорошо. Да? И да. И Мадрид мне попал. Смотри, Макс, у меня четыре синих. Четыре синих? Да. То есть надо 5 одну... я тебе могу передать. Да, в Милане. А, в Париже, да, мы с тобой можем встретиться. Париж где? Вот здесь. Легко. Мы с тобой встретимся. Тогда давай, давай я лучше в Париже буду. Все-таки переиграем, да, чтобы с тобой полегче было. Угу. Вот он с тобой вообще заканчивается уже. И мы проиграем. Конечно, мы почему на самом легком играем-то. Макс, я затапливал уже или нет? Нет, затапливал. Нет, Сан-Пауло и Лондон. Вот в Лондоне синенько. Ну что, этот, твой ход получается, да? Да. Ну что, тебе надо, наверное, лекарство изобретать. Черное. Это один ход. Да, теперь тебе бы до Парижа добраться, но при этом... Раз, два. Давай, давай все-таки черный. Раз, два. Нет. Ну да. Раз, два, три. Три, да. Ты можешь вот так пройти, вот это у тебя вылечится. Давай. Ага, вот здесь. Оставайся, да. Париж. А я у тебя следующим ходом заберу карту с Парижем. У нас будет пять синеньких. Так, ну что, у тебя две
Эссон тебе добавляется. И Атланта. Смотри, у тебя теперь тоже 4 синих. Слушай, ну, ну давай все равно, наверное, мне, потому что мы в Париже оба. Тебе передашь, да и все. А у тебя будет 8 карт. Ну, я сброшу. Карачи черненькая распространяется. Где карачи? Карачи. И каир. Тебе все нужны.